Здравствуйте, мои друзья дорогие. Что ж, давайте поговорим сегодня с вами о таком явлении, как слипперы и регрессологи, и стоит ли им доверять. Очень часто вы мне присылаете видеоматериалы, где ютубные регрессологи проводят со своими слипперами контакты с различными внеземными разумами, с душами ушедших людей. И как же ко всему этому относиться? Давайте и поговорим. И начнем мы с вами с того, что я хотел бы заметить следующее по этому поводу. Для начала вы должны научиться различать настоящего профессионального регрессолога от настоящего профессионального мошенника в этой сфере. Ведь мошенников в большей части интересует не сколько вам помочь, а сколько денег вы сможете им заплатить. А как говорится, любой каприз за ваши деньги они рады будут исполнить. Осознавая человеческую психику, что люди в основной своей массе любят хлеба и зрелищ, а за зрелище они готовы платить. Ну а уж предоставители зрелищ любой каприз за ваши деньги готовы исполнить. Ну а теперь перейдем ближе к делу. Настоящего регрессолога от настоящего шарлатана вы сможете определить и отличить следующим образом. Если вы найдете хоть одного регрессолога, который со своим слипером может выйти на высшие уровни светлых миров, или наоборот, погружая своего слипера на более низшие уровни миров, если вы найдете такого регрессолога, который может найти душу, которая была убита и покинула этот мир насильственным путем, если такой контакт сможет вывести его на такой уровень, и душа может рассказать, как и при каких обстоятельствах она была убита, если душа такого человека поможет найти, разоблачить и выяснить местонахождение преступника, который совершил над ней преступное деяние, то такого регрессолога вместе с его слипером можно считать профессионалами, и таким людям тогда цены нет. А все ютубные регрессологи со своими слиперами и со своими ютубнутыми зрителями могут выдавать только прекрасные шоу, а людям, как известно, нравятся зрелища, и за них они готовы платить. Прежде чем вы хотите обратиться к регрессологу, подумайте хорошенько, а надо ли это вам? Есть ли острая необходимость у вашей души для того, чтобы совершить такое деяние? И готовы ли вы раскошелиться на немаленькую сумму денег? Тем более, вы должны учитывать, что свои заказы по выяснению тех или иных причин через регрессолога и его компаньона-слипера стоят немалых денег. И вы свои деньги будете перечислять и отдавать людям, которых вы знать не знаете. А YouTube у нас, как и остальные уголки нашего интернета, полон различных мошенников. И ради денег они вам хоть чечетку спляшут.
лишь бы вы выслали им денег. Поэтому будьте в этих вопросах очень осмотрительны и аккуратны. Не ведитесь на всякие глупости. А еще, для того, чтобы окончательно разочароваться в этих регрессологах, я советую вам послушать, как они берут интервью у разных именитых людей, которые погибли. И задавая практически одни и те же вопросы на разных каналах, через разных слиперов и через разных регрессологов, мы получаем абсолютно противоречивую информацию. А ту информацию, которую мы получаем от них, не противоречивую, так это общедоступная информация, которую легко найти про любого из людей в том же Ютубе. Любая умершая звезда, или умерший футболист, или политический деятель, певец или композитор, оставила после себя свое жизненное описание. Так что все эти слиперы говорят то, что любой из вас может и так прочитать бесплатно, причем в интернете. Поэтому закончу со следующими словами. Если вы найдете регрессолога и слипера, который может раскрыть преступление, значит, вы нашли человека, обладающего действительно уникальной способностью по выявлению таких вещей. Я пока таких не видел, поэтому считаю их шарлатанами.